4 стоя. Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует второй межрегиональный, третий республиканский фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов «Крылья». Учредители фестиваля – Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры и туризма Республики Мордовия. Организаторы – Республиканский дом народного творчества, школа-студия современного танца «Тори» при поддержке Государственного собрания Республики Мордовия, Мордовской государственной филармонии. Партнеры нашего фестиваля – ликероводочный завод «Саранский» и бутик «Ипроше» торгового комплекса «Огарек Плаза». Встречайте участников фестиваля! Oh,
коллективы Ивановской области, Московской области, Нижегородской области, Мензенской области, Рязанской области, Самарской области, Республики Мариэл и Республики Мордовия. Представляем членов жюри фестиваля конкурса «Крылья-2016». Председатель жюри, педагог, хореограф, доцент кафедры хореографии Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, художественный руководитель танцевальной группы «Soul Dance», балетмейстер эстрадного балета Елены Баркайдис «Экситон» Марина Миштад. Директор Республиканской хореографической школы, профессор кафедры национальной хореографии Мордовского государственного университета имени Огарева, заслуженный работник культуры Республики Мордовия, лауреат государственных премий Республики Мордовия Наталья Мельник. Художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля «Вензеля». Заслуженный работник культуры России, лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России», лауреат профессиональной премии «Грани театра МАС» Лариса Алексеева. Хореограф, режиссер, балетмейстер, постоянный член жюри многочисленных фестивалей России и стран зарубежья. Педагог и лектор лучшей десятки хореографов по версии Dance Russia. Директор музыкальной студии для танцоров. Автор современных танцевальных методик. Призер и лауреат танцевальных конкурсов. Куратор шоу-программ Москвы. Один из основателей Ассоциации современного танца и перформанса в Ярославле. Антон Косов. Ведущий, солист балета Государственного музыкального театра имени Яушева. Тренер по хореографии школы Олимпийского резерва по фигурному катанию Республики Мордовия. Заслуженный артист Республики Мордовия. Лауреат премии главы Республики Мордовия Сергей Кожанов. Директор Республиканского дома народного творчества Чиндина Светлана Владимировна. Итак, а мы начинаем. И открывает наш гала-концерт хореографический коллектив эстрадного танца «Ритмы детства». Группа «Шоколад». Руководитель Евгений Гатин. Город Самара. Thank you.
детский образцовый ансамбль танца «Казачата». Руководитель Светлана Смирнова, город Пенза, «Казачок». Oh!
Хореографический ансамбль «Подсолнух». Руководители: Людмила Серова, Артем Серов, город Пенза. Башмачки. Коллектив «Юность». Руководитель: заслуженный работник культуры Республики Мордовия, почетный работник общего образования Российской Федерации Ирина Алехина, город Саранск, Андижанская полька.
участников конкурса категории «Бэби». Театр пластики и танца барокко. Город Пенза. Детский образцовый хореографический коллектив «Юность». Город Саранск. Танцевальный коллектив «Амели». Город Бор. Танцевальный коллектив «Верона». Город Саранск. Вокально-эстрадная студия «Лоралея». Йошкар-Ола. Хореографическая студия «Импульс». Ордовская республиканская детская хореографическая школа. Город Саранск. Коллектив «Тори». Город Саранск. Для вручения наград победителям приглашаем организаторов фестиваля конкурса «Крылья 2016» Клуднева Елена. Второй степени в номинации «Эстрадный танец» награждается вокально-эстрадная студия «Лоралея». Город Йошкар-Ола. Руководитель Жирнова Ирина Васильевна. За номер «Весенняя копель». Дипломом первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается образцовый театр танца «Индиго». Город Пенза. За номер «Солнечные лучики». Лауреат третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск. Руководитель Клуднева Елена Валерьевна. Педагог Савинова Алиса Александровна. За номер «Мой в шкафу». Лауреат второй степени в номинации «Эстрадный танец» награждается коллектив эстрадного и спортивного танца «Верона». Город Саранск. Руководитель Суворова Вероника. За номер «Веселые матросы». Лауреат первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается театр пластики и танца барокко. Город Пенза. Руководитель Кулясова Светлана Анатольевна. За номер «Шкатулка воображений». Дипломом второй степени в номинации «Соло» награждается Отмакина Кристина. Школа-студия современного танца «Тори». Город Саранск. Руководитель Клуднева Елена Валерьевна. Педагог Савинова Алиса Александровна. За номер «Ребеночек». Лауреат второй степени в номинации «Соло» награждается Сновальникова Анита, Вардовская республиканская хореографическая школа, город Саранск. Руководитель Соболева Анна. За номер «Цветы в саду». Лауреат первой степени в номинации «Соло» награждается Мордаева Арина. Номер «Колобок». Дипломом первой степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается хореографическая студия «Импульс». Руководитель Такаева Оксана Дмитриева. За номер «Лебеди». Продолжаем. Студия театра танца «Артвижн».
Руководитель Светлана Чурашова, город Саранск, цветок жасмина. Thank you.
просто фестиваль. У нас праздничный фестиваль. Именно здесь свой день рождения празднуют участницы театра танца «Бонзай» Романова Анастасия, участница хореографического ансамбля «Кураж» Глушина Татьяна Валентиновна, участница танцевального коллектива «Амели» Акулина Полина, участники театра танца «Провинция» Коноплева Наташа, Сидорова Аня, Досеева Катя, участница детского образцового хореографического коллектива «Юность» Филалеева Яна. Хореографический ансамбль «Кураж». Руководитель Татьяна Глушина, город Рязань. Вот так рыбалка.
руководитель Елена Сучкова, город Саранск, лето в деревне. Альфия Четаева, город Пенза, шкатулка воображения. Thank you.
встречаем Диана Сновальникова, город Саранск, по радуге. I'm just thinking that I'm not with a woman.
На сцене. Аплодисменты еще раз. Я поздравляю также родителей, дедушек и бабушек, именно тех детишек, которые что-то сегодня получат. Бабушки, дедушки, сами себе поклонники, пожалуйста. И, конечно же, аплодисменты хореографам, которые крутятся с вашими детьми. Вот здесь, пожалуйста, аплодисменты. Ну, а мы продолжаем награждение. Лауреат третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск, руководитель Клутева Елена Валерьевна за номер сочинения. Лауреат первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается театр танца «Бонсай», город Рязань. Анна, за номер, а нам все равно. Дипломом третьей степени в номинации «Современный танец» награждается хореографический ансамбль «Кураж», город Рязань. Руководитель Глушина Татьяна Валентиновна, за номер «Охотники за привидениями». Лауреат первой степени в номинации «Современный танец» награждается театр танца «Бонзай», город Рязань.
руководитель пляжного Анна на номер одуванный. Лауреат третьей степени в номинации «Народный сценический танец» награждается хореографический ансамбль «Подсолнух», город Пенза, руководитель Серова Людмила Юрьевна за номер «Пинская полька», «Башмачки». Лауреат третьей степени в номинации «Народный сценический танец» награждается детский образцовый хореографический коллектив «Юность», город Саратов, руководитель Алёкина Ирина Геннадьевна за номер «Андижанская полька». Лауреат второй степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается ансамбль танца «Вдохновение», город Самара, руководитель Копинцева Наталья, Головко Дмитрий за номер «Закрутушки». Лауреат третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск, руководитель Клуднева Елена Валерьевна за номер «Ниточка». Лауреат второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается театр танца «Артвижн», город Саранск, руководитель Чурашова Светлана за номер «Дружные матрешки». Дорогие друзья, а мы переходим к возрастной категории «Дети 2». И открывает ее театр танца «Бонзай», руководитель Анна Кряжева, город Рязань. Thank you.
Орликина. Руководители Андрей Слизов, Надежда Слизова, город Нижний Новгород, Воробьиный океан. Океан — это большая лужа, лужа — маленький океан. Океан — это большая лужа, лужа — маленький океан. Ничего, что очень мелкий океан у воробьев, зато лежит на большой тарелке 48 червяков. Воробей над лужей кружит, над океаном летит баклан. Океан — это большая лужа, лужа — маленький океан. Океан — это большая лужа, лужа — маленький океан. Машкина, город Пенза, праздничный бранд. Праздничный
современного танца Тори. Руководитель Елена Клуднева, город Саранск. Мой в шкафу. Thank you.
участников возрастной категории «Дети 2». Хореографический ансамбль «Танцквартал», город Пенза. Театр танца «Бонсай», Пенза. Хореографический коллектив эстрадного танца «Ритм и детство», Самара. Арт-вижн, Саранск. Театр музыки и танца «Дети солнца», город Одинцово. Студия эстрадного и народного танца «Задоринки», Саров. Детский, образцовый, хореографический коллектив «Юность», Саранск. Танцевальный коллектив «Амели», город Бор. Хореографический коллектив «Верона», город Саранск. Школа современного танца «Артес», Нижний Новгород. Заслуженный коллектив народного творчества «Фаина», Приволжск. Бордовская республиканская детская хореографическая школа, город Саранск. Школа-студия современного танца «Тори», город Саранск. Мы приглашаем члена жюри Ларису Алексееву. Наших участников. Дипломы третьей степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается детский образцовый хореографический коллектив «Юность», город Саранск, руководитель Алёкина Ирина Геннадьевна, за номер «Карман ваты». Дипломы третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается коллектив эстрадного и спортивного танца «Верона», город Саранск, руководитель Суворова Вероника, за номер «Сон Чарли». Диплом второй степени в номинации «Эстрадный танец» награждается театр танца «Арт-вижн», город Саранск, руководитель Чурашова Светлана, за номер «Закрытая вечеринка». Диплом первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается хореографический коллектив эстрадного танца «Ритм и детство», группа «Шоколад», город Самара, руководитель Катин Евгений, за номер «Скоморошка». Лауреаты третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается заслуженный коллектив народного творчества «Фаина», город Приволжск, руководитель Полякова Светлана, за номер «Новенькая». Лауреат второй степени в номинации «Эстрадный танец» награждается танцевальный коллектив «Амели», город Бор, руководитель Мартаева Варвара, за номер «Страдания». «Эстрадный танец» награждается танцевальный коллектив «Амели», город Бор, руководитель Мартаева Варвара, за номер «Страдания».
степени в номинации «Эстрадный танец» награждается театр танца «Банзай», город Рязань, руководитель Ряжского Анна, за номер «Гимн Родине». Первой степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается хореографический коллектив эстрадного танца «Ритмы детства», группа «Шоколад», город Самара, руководитель Катин Евгений, за номер «Росиночка». Лауреат второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается хореографический коллектив эстрадного танца «Ритмы детства», группа «Шоколад», город Самара, руководитель Катя Евгений, за номер «Весенний хоровод». Лауреат третьей степени в номинации «Современный танец» награждается танцевальный коллектив «Амели», город Бор, руководитель Мордаева Варвара, за номер «Колыбельная для Миши». Лауреат второй степени в номинации «Современный танец» награждается хореографический ансамбль «Танцквартал», город Пенза, руководитель Отмашкина Мария, за номер «Витающие в облаках». Лауреат первой степени в номинации «Современный танец» награждается театр танца «Банзай», город Рязань, руководитель Кряжева Анна, за номер «Мечтатели». Лауреат третьей степени в номинации «Соло» награждается Овчинникова Катя, танцевальный коллектив «Амели», город Бор, руководитель Мордаева Варвара, за номер «Про красную шапочку». Лауреаты второй степени в номинации «Соло» награждается Глазкова Сокия, школа-студия современного танца «Тори», город Саранск, руководитель Клунева Елена Валерьевна, педагог Савинова Алиса Александровна, за номер «Робинзон». Лауреат первой степени в номинации «Соло» награждается Сновальникова Диана, Мордовская республиканская хореографическая школа, город Саранск, руководитель Соболева Анна, за номер «Прогулка по радуге». А наш концерт продолжает возрастная группа «Дети 3», театр эстрады «Провинция». А мы продолжаем. Школа-студия современного танца «Тори», руководитель Елена Клуднева, город Саранск. Сочинение. Yeah.
приглашаем на сцену ансамбль танца «Марьинсказ». Руководитель Мария Яшина, Нижегородская область, город Саров, «Русская пляска». Танцевальный коллектив «Амели». Руководители Варвара Мордаева, Арина Бородина, Нижегородская область, город Бор, «Семь нянек». За окошком и куда-нибудь.
развитие современного танца Тори. Руководитель Хлуднева Елена, город Саранск, сбор урожая. Вдохновение. Руководители Наталья Скопинцева, Дмитрий Головко, город Самара, за крутушку. Thank you.
А мы приглашаем на сцену участников возрастной категории «Дети 3». Танцевальный коллектив «Глянец», город Арзамас. Хореографический коллектив «Овация», Нижний Новгород. Танцевальный коллектив «Звездочка», город Пенза. Театр эстрады «Провинция», город Пенза. Хореографический ансамбль «Танцквартал», город Пенза. Театр пластики и танца «Барокко», город Пенза. Арт-Вижн, город Саранск. Коллектив «Сюрприз», город Саров. Ансамбль танца «Марьин сказ», город Саров. Театр музыки и танца «Дети солнца», город Одинцово. Хореографическая студия «Грация», город Саранск. Интеграл Тарбеева. Школа-студия современного танца «Тори», город Саранск. Для награждения мы приглашаем члена жюри Антона Косова. Дипломы третьей степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается хореографическая студия «Грация», город Саранск, руководитель Богомазова Ирина за номер «Лапти». Дипломы первой степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается ансамбль танца «Марьин сказ», город Саров, руководитель Яшкина Мария за номер «Девичий хоровод». Дипломы первой степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается коллектив «Сюрприз», город Саранск, руководитель Смирнова Ирина за номер «Русские узоры». Лауреат третьей степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается ансамбль танца «Марьин сказ», город Саров, руководитель Яшкина Мария за номер «Русская пляска». Лауреат второй степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается танцевальный коллектив «Вертикаль», город Саранск, руководитель Сучкова Елена Владимировна за номер «Девичий перепляс». Дипломы третьей степени в номинации «Народно-стилизованный танец» награждается театр музыки и танца «Дети солнца», город Одинцово, руководитель Торпина Татьяна за номер «Феи Индии». Дипломы первой степени в номинации «Народно-стилизованный танец» награждается театр танца и пластики «Барокко», город Пенза, руководитель Кулясова Светлана и Читаева Альфия за номер «Сороки».
Лауреат третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается танцевальный коллектив «Звездочка», город Пенза. Руководитель Воронина Наталья за номер «Сельские потешки». Лауреат второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается танцевальный коллектив «Вертикаль», город Саратов. Руководитель Сучкова Елена Владимировна за номер «Летом в деревне». Дипломы первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саратов. Руководитель Хлуднева Елена Валерьевна, педагог Савинова Алиса Александровна за номер «До чего дошел прогресс». Лауреат второй степени в номинации «Эстрадный танец» награждается танцевальный коллектив «Звездочка», город Пенза. Руководитель Воронина Наталья за номер «Часики идут». Лауреаты первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается театр эстрады провинции. Волшебник Ненаучка. Лауреат первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается театр танца «Арт Вижн», город Саратов. Руководитель Чурашова Светлана за номер «Цветок жасмина». И еще раз поприветствуем наших участников бурными аплодисментами. А наш концерт продолжает возрастная группа «Юниоры». Театр эстрады «Провинция». Руководитель Татьяна Куприянова. Город Пенза. Старички. Thank you.
the type of people make the club be open. На сцене хореографический коллектив «Звездочка», руководитель Воронина Наталья, город Пенза, сельские потешки. Подгадка.
А мы приглашаем на сцену театр музыки и танца «Дети солнца». Руководитель Татьяна Торбина, Московская область, город Одинцово, феи Индии. Thank you.
выступает заслуженный коллектив народного творчества «Фаина». Руководитель Полякова Светлана, Ивановская область, город Приволжск, новенькая. Thank you.
приглашаем на сцену коллектив народного творчества, образцовый ансамбль современного танца «Арлекино». На сцену приглашаются возрастная группа «Юниоры», хореографический коллектив «Овация», Нижний Новгород. Коллектив «Каблучок», Нижний Новгород. Танцевальный коллектив «Звездочка», город Пенза. Театр эстрады провинции, город Пенза. Детский образцовый ансамбль танца «Казачата», город Пенза. Танцевальный коллектив «Пульс», город Рузаевка. «Кураж», город Рязань. Танцевальный коллектив «Ритм», город Саранск. «Арт-Вижн», город Саранск. Театр музыки и танца «Дети солнца», город Одинцово. Студия эстрадного и народного танца «Задоринки», город Саров. Народный ансамбль песни и танца «Грация», Дивеево. Детский образцовый хореографический коллектив «Юность», город Саранск. Танцевальный коллектив «Амели», город Бор. Верона, город Саранск. Ансамбль танца «Вдохновение», город Самара. Хореографическая студия «Грация», Саранск. Хореографическая студия «Импульс», Починки. Образцовый хореографический коллектив «Грация», Краснослободск. Школа-студия современного танца «Тори», город Саранск. Для награждения мы приглашаем председателя жюри Марина Нейштадт. Эстрадный танец возрастной группе «Дети 1» награждается заслуженный коллектив народного творчества, образцовый ансамбль современного танца «Арлекино», руководитель Слизов Андрей Владимирович, Слизова Надежда Владимировна, за номер «Воробьиный океан». Номинации «Народно-сценический танец» награждается танцевальный коллектив «Каблучок», город Нижний Новгород, руководитель Вахрушева Елена, за номер «Девичий пляс».
Дипломы второй степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается хореографическая студия «Грация», город Саранск, руководитель Богомазова Ирина, за номер «Девичий дом». Дипломом первой степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается хореографическая студия «Импульс». Кагаева Оксана Дмитриевна, за номер «Гулянья». Лауреаты третьей степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается танцевальный коллектив «Амели», город Бор. Руководитель Мардаева Варвара Юрьевна, за номер «Русские скакалки». Лауреаты первой степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается хореографический коллектив «Интеграл», Республика Мордовия, поселок Торбеево. Руководитель Понимавкина Татьяна Ивановна, за номер «Игры и потешки с собиранием хвороста». Первой степени в номинации «Народно-сценический танец» награждается детский образцовый ансамбль «Казачата», город Пенза. Руководитель Смирнова Светлана, за номер «Казачок». Дипломы третьей степени в номинации «Современный танец» награждается театр музыки и танца «Дети солнца», город Одинцово. Руководитель Торбина Татьяна, за номер «Про волнистую рожь при луне». Дипломы первой степени в номинации «Современный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск. Руководитель Клунева Елена Валерьевна, педагог Савинова Алиса Александровна, за номер «Кони». Лауреат третьей степени в номинации «Современный танец» награждается коллектив эстрадного и спортивного танца «Верона», город Саранск. Руководитель Суворова Вероника, за номер 40. Лауреаты первой степени в номинации «Современный танец» награждается хореографический коллектив «Овация», город Нижний Новгород. Руководитель Лебедева Елена Валерьевна, за номер «Вне системы». Номинации «Современный танец» возрастной категории «Юниоры». Дипломом второй степени награждается хореографический коллектив «Овация», город Нижний Новгород. Руководитель Лебедева Елена Валерьевна, за номер «Билет на билет». Дипломы третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается студия эстрадного и народного танца «Задоринки», город Саров. Руководитель Козловская Анна, за номер «Джаз Бродвей». Дипломы третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск. Руководитель Клунева Елена Валерьевна, педагог Савинова Алиса Александровна, за номер «Весна, коты и...» Дипломы второй степени в номинации «Эстрадный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск. Руководитель Клунева Елена Валерьевна, за номер «В ожидании мечты». Дипломы первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск.
Руководитель Клубнева Елена Валерьевна. Педагог Кузьмина Лидия Сергеевна. За номер один дома. Дипломы первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается образцовый хореографический коллектив «Грация», Республика Мордовия, город Краснослободск, руководитель Демченко Ирина Григорьевна, за номер «Русская рать». Лауреаты третьей степени в номинации «Эстрадный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск, руководитель Клунева Елена Валерьевна, педагог Савинова Алиса Александровна, за номер «Метро». Лауреаты второй степени в номинации «Эстрадный танец» награждается театр эстрады «Провинция», город Пенза, руководитель Куприянова Татьяна Владимировна, за номер «Дождь». Лауреаты второй степени в номинации «Эстрадный танец» награждается танцевальный коллектив «Амели», город Бор, руководитель Мордаева Варвара Юрьевна, за номер «Семь нянек». Лауреаты второй степени в номинации «Эстрадный танец» награждается театр эстрады «Провинция», город Пенза, руководитель Куприянова Татьяна Владимировна, за номер «Старички». Лауреаты первой степени в номинации «Эстрадный танец» награждается театр эстрады «Провинция», город Пенза, руководитель Куприянова Татьяна Владимировна, за номер «Алиса в стране чудес». Дипломы второй степени в номинации «Народный стилизованный танец». Детский образцовый хореографический коллектив «Юность», город Саранск, руководитель Алёхина Ирина Геннадьевна. Диплом первой степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается танцевальный коллектив «Звездочка», город Пенза, руководитель Воронина Наталья, за номер «Лето, лето». Дипломы первой степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается хореографический коллектив «Пульс», город Рузаевка, руководитель Сотникова Анна Вячеславовна, за номер «Ночь на Ивана Купала». Лауреат третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается хореографический ансамбль «Танцквартал», город Пенза, руководитель Отмашкина Мария, за номер «Праздничный бранд». Лауреаты второй степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск, руководитель Клунева Елена Валерьевна, педагог Савинова Алиса Александровна, за номер «Сбор урожая». Лауреаты первой степени в номинации «Народный стилизованный танец» награждается театр эстрады «Провинция», город Пенза, руководитель Куприянова Татьяна Владимировна, за номер «Китай». Дипломы третьей степени в номинации «Соло» награждается Аверьянова Полина. Детский образцовый хореографический коллектив «Юность», город Саранск, руководитель Алёхина Ирина Геннадьевна, за номер «Молодичка». Дипломы второй степени в номинации «Соло» Тюшева Анастасия награждается школа-студия современного танца «Тори», город Саранск, руководитель Клунева Елена Валерьевна, за номер «Нич». Диплом первой степени в номинации «Соло»
награждается Килин Егор и Тинина Елизавета. Ансамбль танцев «Вдохновение», город Самара. Руководитель Скопинцева Наталья, Головко Дмитрий, за номер 100. Лауреаты второй степени в номинации «Соло» награждается Кузнецова Ксения, народный ансамбль песни и танца «Грация», город Дивеево. Руководитель безматерных Наталья Александровна, за номер «Баллада о девушке». Лауреаты второй степени в номинации «Соло-дуэты» награждается Радаева Полина и Сюбаева Сабина, школа-студия современного танца «Тори», город Саранск. Руководитель Клукова Елена Валерьевна, педагог Савинова Алиса Александровна, за номер «Кровные». Лауреаты первой степени в номинации «Соло» награждается Лобанова Дарья, школа-студия современного танца «Тори», город Саранск. Руководитель Клунева Елена Валерьевна, за номер «Музыка дождя». Бурные аплодисменты нашим призерам! Коллектив «Интеграл». Руководитель Татьяна Пониматкина, Республика Мордовия, поселок Торбеево. Игры и потешки с собиранием хвороста. Come on!
встречайте, образцовый хореографический коллектив «Грация». Руководитель Ирина Демченко, Республика Мордовия, город Краснослободск, русская рать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коням мне на добрый вечер. Ночью пойдем до погони ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Я не пристала вам сидеть по гадам, дайте коням мне на добрый вечер. Не пора браться давным-давно, черные силы пришли войной. Папы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рождали.
А на сцене театр эстрады «Провинция». Thank you.
сцену директора Республиканского дома народного творчества, заслуженного работника культуры Республики Мордовия, лауреата Государственной премии Республики Мордовия, Читину Светлану Владимировну. Дорогие друзья, хочется всем сказать огромное-огромное спасибо за тот праздник, который они сегодня представили вам, нам и всем-всем-всем. Но вчера у всех был очень сложный, очень трудный день. Мы говорим всегда, что победа достается в борьбе только спортсменам. Вчера была настоящая борьба, и сегодня все оказались победителями. Я думаю, что сегодня победила дружба. Ура этому фестивалю! И хотелось бы поблагодарить всех организаторов. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо руководителю хореографического коллектива Тори Елене Валерьевне Клудневой за инициативу проведения такого фестиваля-конкурса, за привлечение такого большого количества участников. Вчера на этой сцене было более 1100 человек, а членам жюри пришлось посмотреть более 150 номеров. Я думаю, что это о чем-то говорит. Давайте всем поаплодируем еще раз и пригласим на сцену участников. В номинации «Берегиня» за сохранение народных традиций награждается хореографический коллектив «Интеграл» Республика Мордовия, поселок Торбеево. Руководитель Понимавкина Татьяна Ивановна за номер «Игры и потешки с собиранием хвороста». В номинации «Дети солнца» за самый добрый номер награждается танцевальный коллектив «Амели» «Город Бог». Руководитель Мордаева Варвара Юрьевна за номер «Колыбельная для Миши». В номинации «Маска» за артистизм награждается театр танца «Бонзай», город Рязань. Руководитель Дряжева Анна Владимировна за номер «А нам все равно». Награждается хореографический коллектив «Интеграл» Республика Мордовия, поселок Торбеево. Руководитель Понимавкина Татьяна Ивановна за номер «Игры и потешки с собиранием хвороста». Дорогие друзья, организаторы фестиваля выражают благодарность Государственному собранию Республики Мордовия, директору Мордовской государственной филармонии Сергею Николаевичу Кузьмину за содействие в проведении фестиваля-конкурса. Мы благодарим наших партнеров: ликероводочный завод «Саранский», директор Виктор Крущалин и бутик «Ипроше» торгового комплекса «Огарёв Плаза». Дорогие друзья, вот и подошел к завершению наш фестиваль. До новых встреч!